Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И если полагаться на эту фразу, то следующий год у нас в Cool Clever будет точно ярким, вкусным, не всегда простым, но интересным. Полным классных проектов, потому что декабрь щедро на новинки и новые проекты. Меня зовут Арина. В команде маркетинга Cool Clever я отвечаю за CRM. И сейчас расскажу вам, какие новинки мы готовим к выходу в этом предновогоднем сезоне. К выходу в прямом и в переносном смысле. Начну, наверное, с того, что на наш взгляд отражает волшебство. Это наш новогодний подарок. В этом году он так и называется – «Волшебство под елочкой». Каждый год над ним трудится большая команда. Это мама и папа из нашей команды, кто продумывают идею, рисуют дизайн коробочки, продумывают наполнение. Подарок получают не только дети гостей, но и дети сотрудников, поэтому его делают с любовью и заботой. В этом году история о бумажном китайском драконе, символе года, который был призван принести удачу. На коробочке также мы встречаем зайчика и котика, наших друзей еще с прошлого года, а также Деда Мороза, Медведя и других героев. Они все собраны не просто так, об этом мы обязательно расскажем сказку, следите за нашими видео. Кстати, мы всегда прорабатываем две идеи. Тут могла бы быть семья из драконов, но потом мы подумали, что оживленный символ года будет встречаться много где, а такой рисованный бумажный китайский дракон – это интересно и необычно. Подарок такой яркий, прикольный и натуральный, что я бы сама ему обрадовалась. Мы решили в этом году исполнить наше желание и дать возможность гостям исполнить желание близких. И поэтому уже совсем скоро представим нашу новинку – подарочную карту. Мне кажется, это супер вариант для тех, кто любит готовить или разбирается в винах. Ведь со вкусом не всегда можно угадать, а что может быть обиднее, чем подарить нежеланный подарок. Здесь я уверена, это то, что точно не будет пылиться на полке. Подарочные карты будут доступны как в физическом пластиковом варианте, так и в электронном. Там можно будет выбрать праздничное оформление. Наша фишка будет в том, что картой можно будет оплатить онлайн-заказы. Мы старались продумывать так, чтобы это было и тактильно очень приятно. Матовая карта с золотым тиснением в конверте. Скоро расскажем все подробности. Как вы уже, наверное, знаете, за игристым на праздничный стол только в «Отдохни». Расскажу еще одну новость, которую, возможно, не все знают. Наша коллекция пополняется креманом Дэди из долины Роны. Получается, что в коллекции сомелье будут креманы всех 8 регионов Франции. Кстати, хорошее игристое, мне кажется, тоже может быть отличным подарком. Или эксклюзивные продукты, которые мы привозим в магазины. Изысканные импортные сыры или же недавно совсем пришли продукты бакалеи из Италии. Оливки, вяленые томаты, соусы. Чтобы кому-то поднять настроение, можно в качестве сюрприза преподнести небольшое сладкое угощение ручной работы из нашей кондитерской. Пирожные, фигурки из настоящего шоколада, конфеты ручной работы, леденцы. Мне все это кажется таким милым. Для обычных людей новогодняя ночь раз в году. Но некоторые наши сотрудники, мне кажется, могут загадывать желания каждый день, начиная с сентября. Именно тогда мы начинаем прорабатывать новогодний ассортимент. То есть все это время коллеги дегустируют праздничные блюда, исправляют неточности в рецептах, доводят до идеала сочетания. Это происходит и на заводах, и здесь, в нашей дегустационной. В этом году много новинок на праздничный стол. Это мясо для запекания, порционные строгановы с различными соусами. Мы уже попробовали, это будет очень вкусно. Потихоньку появляется в каталоге наш сезонный праздничный ассортимент. Запеченные и фаршированные утки, рождественские и новогодние кексы, торты с тематическим украшением, салаты и закуски. Все то, без чего сложно представить Новый год. Хотя, наверное, сложно представить это только мне, потому что я все это обожаю и заказываю из года в год. А есть у меня друзья, которые еще не знакомы с нашими продуктами и напитками. Мы правда думаем, что это нужно исправить и обязательно пригласить их в Cool Clever. Поэтому подготовили специальные условия программы «Пригласи друга». Их вы найдете в описании. Пусть четверг и предстоящий Новый год будут добрыми.